Ну вот, мы с Зорой приехали на рыбалку в Гороголь. Как называется населенный пункт, ты говоришь? Николаевск. Да, вот мы Нашлиман. Приехали в Николаевск. А что будет плевать, да, сейчас не что знаю. Там будет плевать, мы не знаем. Но вот ребята вчера ходили, там окуня брали на Лимане. Погода чудесная, мороз. Сейчас ждем. Солнце, день чудесный. Ждем ребят. Уже проснулись. Начнем спускаться. Что мы сегодня поймаем, карася или окуня, не знаю, будем пробовать. Ну вот спустились мы уже к Лиману. В Гороголях находимся. Жора уже опустил свои удочки. Прикормил себе место на карася. Ловит на червя опарыша. Мормышечку и покаток. Активного клёва вообще не наблюдается. Ну как, клюет? Нет. Ну вот тоже мы сидим, ждем. Пока ничего. А у вас, я видел, бычочек есть, да? Ну, вот бычок, знатная рыба. Везде есть. Это единственное, наверное, что клюет. Места красивые. Воздух чудесный. Погода просто песня. Только клевать. Рыбачки ходят по лиману. Лед сантиметров 20. Восход солнца. Утро просто песня. Рыбалка продолжается, господа. Итак, друзья, 11 часов дня. Находимся, продолжаем на Гороголях ловить рыбку. Закормили места, насыпали по мешку макухи. Ждем таранечку, карпа, красноперочку. Какой-нибудь хвост увидеть, кроме бычка. Ну ничего, один только бычок. Рыбочки. Да. Течение идет в сторону моря. Виктор под хлебушком прикармливает. Ну улыбнитесь хоть, ребята. Ну что, ну вас люди смотрят. О! Знакомые ваши, рыбаки. Слушай, так а хлеб бросаешь, что прикармливаешь? Что приговариваешь? Тарань, тарань, иди ко мне. Жора тут умудрился, даже еще дергать судака хочет поймать еще. Или окуня крупного. Удочки разложил. Молодец, Жора. Что-нибудь, главное, чтобы поймать. Да, что-нибудь, но поймать, правильно. Погода отличная, солнышко светит. Плюс 10, хочется искупаться в снегу. На радостях. А кругом никого, только мы. Самые настоящие рыбаки. Ну, как будет первый хвост, снимем, обязательно покажем. Ну что, друзья, досидели мы до 11:30 и решили с Жорой, что поедем, наверное, хоть на Хаджибей, половим окунька, хоть какую-то рыбку увидим. Витя с Андреем остаются, они стойкие рыбаки, будут ждать карася, если что, позвонят, да, расскажут. Рыбаки тут по всему берегу ходили, по всему льду, что-то ни у кого ничего сегодня на Гороголях. Едем на Хаджибей на окуня. Да. Всего хорошего вам, парни. Счастливо.